28 апреля – Светлый четверг, память святых мучениц Василисы и Анастасии. Каждый день Светлой Седмицы – это время пасхальной радости. Не случайно церковный устав предписывает совершать все богослужения Светлой Седмицы по пасхальному чину, чтобы верующие могли насладиться глубиной и радостью пасхальных служб. В духовном смысле эта традиция напоминает нам, современным верующим, о духовной радости учеников Христа, которую они испытывали во время явлений им воскресшего Господа. В этот же день церковь празднует память римских мучениц Василисы и Анастасии. Они жили в Риме в I веке и пострадали в гонения императора Нерона. В христианство святые мученицы были обращены апостолами Петром и Павлом, проповедовавшими в Риме. Как сообщает житие святых Василисы и Анастасии, они старались угождать Господу добрыми делами. Когда началось гонение на христиан, святые Василиса и Анастасия тайно погребали тела мучеников. Император Нерон обвинил христиан в поджоге Рима, чем возбудил в жителях особую ненависть к верующим во Христа. В Риме действительно был пожар, среди жителей столицы ходили слухи, что сам император поджег город. Поэтому Нерон и решил обвинить христиан, убедив горожан, что они ненавидят римлян и римских богов. Святые Василиса и Анастасия были схвачены и после истязаний преданы смерти.